Члены республиканского предвыборного штаба Народной партии Казахстана продолжают поездки по регионам. В Акмолинской области активисты НПК провели более 50 мероприятий. Сегодня они встретились с коллективом кирпичного завода в Кукшетау. Это предприятие флагман кирпичного производства в стране и обеспечивает строительным материалом внутренний рынок. На заводе трудятся около 300 человек. Члены агитационной группы рассказали им о предвыборной платформе НПК. Встреча прошла в формате открытого диалога. Любой желающий мог озвучить интересующие его вопросы и пожелания. Сегодня мы находимся на одном из крупнейших заводов Казахстана по изготовлению кирпичей. Нами было принято решение агитационной группы посетить трудовой коллектив этого завода. Для того, чтобы узнать проблемы народа, чтобы взять их на карандаш и принять меры по их разрешению. Я считаю, что для трудового коллектива это будет интересно.